Всем привет, ребята, меня зовут Максим, вы на канале Макс Про, и сегодня я вам покажу мой самый любимый уровень. Когда у меня еще не было полной версии игры, я играл в Geometry Dash World, потому что там были эти уровни. Уровни не официальные, которые были там с островов, а вот такие вот, ну, типа в редакторе. Сегодня я вам хочу показать один из этих уровней, который я любил. Вот, Let's Run. Я обожаю просто этот уровень. Это мой самый любимый уровень вообще во всей игре. И я вам хочу его показать. И получается... Ну, короче, начинаем. Прикольная музычка. Мне нравится декор. Вообще, мне все в этом уровне нравится. Со всеми монетками сейчас будем проходить. Собираем ключик, собираем еще одну монетку. Главное, последнюю монетку собрать. Хорошо, потому что... Вот, я перед роликом, перед записью проходил этот Let's Run, вот этот уровень, и я не собрал последнюю монетку. Она, правда, сложная. Вот, она, кстати, собрал. Отлично. Отлично просто. Ну и последний вейв, он, конечно, легкий. И GG, ребята. Вот такой вот уровень. Блин, 8 попыток. Ну вот, ребята, такой вот уровень. С вами был Максим, вы на канале Макс Про. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Пишите в комментариях, нравится вам этот уровень или нет. Всем пока.